Так, всем привет! Это я, Лёшич, и я изменил свой скин, который у меня раньше был, и он для меня был прикольным. Раньше меня, кстати, звали Император, а вот теперь Лёшич. А что я сейчас буду делать, я не знаю. Может быть, с кем-то сражусь? Улучшаю свою броню даже до такого. Ну ладно. Так, для начала, чтобы создать арену, нам нужно специально подготовиться. Во-первых, нам нужно разместить яйца. Во-вторых, нам нужно отключить просто появление мобов. Все, отключил. И теперь нам нужны раздатчики, рычаги и таблички. Ну и также яйцо призыва. Ну и еще доски для стенок. И вот яйца. Ну вот, все готово. Ну, наконец-то я все закончила. Осталось только рычаги поставить. Ну все, вот теперь все готово явно. Все, делаем выживание и начинаем. Ой. И также... Ой. Вот. Блин. Так. С кого же начнем? Это у нас древний страж, скелеты-сушитель, чешуйки. Нужно пойти чешуйницу бить, чтобы я смог прокачаться. Ну ладно, три. Так. Ай. Блин, почему я обычно чешуйницу не могу победить? Меня поджимают. Ай. Ай-яй-яй-яй! Я сейчас отчешу и сдохну! Какого черта? Пол хп. Сдохните! Я победил! Фух! Так, я могу сделать себе улучшение. Та-да-да-да-да! Та-да-да-да-да! Максим ко мне подсоединился. У меня пол хп, поэтому убей меня, чел. Окей. Убей меня, короче. И так здесь спаун. Это что за очаги? Короче, не нажимай на все. Не нажимай на все. Уже. Убей меня. Убей меня. Давай уже убей. О. Так. Кого мы к ним возьмем? Пещерного паука, разрушителя, вызывателя. Оп. Значит, нам нужно убить одного вызывателя для... Чего у меня там уже у тебя есть? Потому что я улучшился. Там бессмертие и изумруд убираю. Максим, давай я тебе дам улучшение. Какой ты хочешь улучшение? Деревянный меч или какая-то кожаная броня? Или топор деревянный? Или вообще лук с древами? Меч, значит? А нет, лук. Тогда эй, просто лук тогда. За два раунда только будет. Хорошо. Так, кого дальше возьмем? Давай слизни. Ты псих? Кидай его. Ну и слизь. Кидай. У меня одна слизочка буква. Если мы его убьем, мы получим два улучшения. Все, убили. Сидро получил, тогда убирай его. Давай, что сделаешь, что лучше. Весь дроп из мобов надо убирать, ясно? Короче, я себе беру улучшение, это... Я стояла и броню. Нет, только одно что-то. А, точно, два улучшения. Эй, Максим, нет. На двоих же улучшения, на двоих. О, тогда шлем. Эй! На двоих одно улучшение. Ну, два же улучшения, не одно совместное. Ой.
Так, давайте Черного паука. Их нужно двоих убить. Супер, комиссию надо сделать, как минимум, на месяц, как бы, и есть. Ну, мне сделали комиссию, что второго. Я даже без отравления паука. Так, а у меня только лук. Включаем креатив. Значит, мы можем кого-то улучшить. Кого? Меня. Давай. Все. Давай завалим хотя бы... Эй! Давай завалим хотя бы двоих разрушителей. Даже подключать. А, нет, не надо. Двоих разрушителей? Алло, у меня лук. Не надо подключать? Не надо. Хорошо, что я сражаюсь хорошо с разрушителями, но плохо сражаюсь с чешуницами голыми руками. Да, чешуницы это еще все гады. Я забыла. Убили почти. Убили. Это имба. Я стрелу хочу подобрать. Так, я удаляю стрелу и стрелу свою. Я себе увижу. Во-первых, мне нужно возобновить меч, иначе бы он у меня сломался, и я хочу прокачать его. Все, у меня прокачан меч. А ты что выберешь? Ну да. Прокачку. Да. Ну? Какую? А, прокачку лука хочу. Это как? Я сейчас... Мощь один. Как? Зачаровывать нельзя. Да, Максим. Ты можешь взять себе все-таки меч. Да блин, вечно недовольный Макс. Поборника давай. Из него тот, нифига себе за один. Да блин. Он реально почти такой сильный, как и разрушитель. Одно улучшение, Максим. Эй, у нас одно улучшение есть. Давай сразу же на двоих. А давай на двоих два улучшения. Это чтобы убить на четверых поборников. Да. На двоих два улучшения. А вот теперь еще одного, третьего, предпоследнего. Давай, я стреляю, сука! Убили. Нет, все убили. И последний поборник. Меня убил Максим. Не надо. Ну, давай дальше. Да нет. Мы прокачиваем всем. Еще один, Леша? Нет, не надо больше. А. Так, теперь два улучшения себе бери. Кстати, ты можешь как-то отрядить свои вещи. Вот я хочу прокачать железный меч, до железного меча, но и также себе до кольчужного нагрудника. Неплохо я так разбираюсь. Наковальню нельзя, Максим, брать. Можно же обновить стрелы. Леша, сейчас будет у меня типа мир, я хочу посмотреть, что там есть старый мир. Максим, можешь возобновить стрелы? Ой, я возьму вот это. Окей, еду. Если хочешь, то бери еду. Леша, а что в старом мире? Эй, ты слишком много берешь. Вот, все. Ай, ну ладно, Максим, бери уже, бери. Бери. Золотая кольчуга. Ну да, Максим, у меня еще железный. Погнали. Давай убивать разрушителя. Убей меня. У меня это мало. О, я свист не призвал там. Блин, давай паука убьем. Хотя бы давай двоих. Вообще легко дня. На, получайся. Мы четверых убили, Лех. Теперь, Максим, мы можем улучшиться каждый по одному разу. Окей. Так, все, я прокачиваюсь вот до этого. Ну да, это же броня. Один раз ты же сказал. А, точно, блин, прости. Прости. Но это лучше. Да или только в кожаных штанах. Нет. Зомби свин. Да блин, почему у меня так медленно? Ладно. Надо убить. О, нет, надо маленького убить. Надо убить. Ну помогайте. Нужно убить троих. Нужно убить троих для того, чтобы получить два улучшения каждому. Окей, все, мы троих убили. Мы двоих убили. Троих. Не, одно улучшение каждому, а давай сразу же шестерых. Давай шестерых, чтобы двоим было по два улучшения. По отдельности давай убивать. У меня два хп, конечно. Ребята, а что? Все,
Мы сейчас его убьем и все, да? Угу. Ребят, а сейчас... Нет, еще вот это. Знаешь, что все. Надо делать? Все. Удалять миры. Молодца. Так. Удаляем ненужные вещи. Удаляем ненужные вещи. И одно улучшение, да? Нет, два. Мы же убили шестерых. Так, ну я хочу по максималкам, конечно, прокачаться, но нет. Я только вот так прокачался, вот все. Ого, нифига себе. Я умный. Жесткий. У нас броня одинаковые. Ребята, я хочу что-то подразумевать. Так, досаждатель, не хочу. О! Пипец, ты больной. Это каждому по одному улучшению, если мы его убьем, понятно? Да, два. Хотя нет, три улучшения, это же как босс считается. Нет, только два улучшения давай, потому что... Окей, два листовка. Еще одного. И тогда мы будем четыре улучшения, Лёш. Нет, два улучшения каждому. Да, два улучшения. Все. Давайте еще нафармим. Ну. Окей. Значит, три улучшения каждому. Офигеть, он мощный! Он офигеть, как бьет сильно! Убили. А, что? Три улучшения каждому давай. Окей, давай. Кстати, вообще-то я включу появление мобов. И сейчас поставлю денег. Ну, Максим, пока что нравится вообще. Угу. Так, значит, три улучшения каждому. Осталось два улучшения у меня. Во-первых, я себе сделаю алмазный меч. Осталось два улучшения. Лёха, смотри, короче, есть такой типа... Ну, ты два улучшения, это три улучшения. Ну, а, я у тебя был железный, да? Дальше у меня железный нагрудник пусть будет и кольчужные штаны. Всё. Я вот. А, у тебя сколько? У тебя, кстати, Макс, у тебя меньше защиты, чем у меня. Давай мы друг друга убьем. Короче, Лёш, есть типа такая... Гандом. Ведьма. Змей. Ведьма. Ведьма и мародёр, это... Значит, за ведьму плюс одно улучшение. За двух мародёров плюс одно улучшение. Два ещё одного мародёра. Ей. Вообще легко дня. Всё. Всё, давай улучшаться. Да, одно улучшение каждому. Улучшаться. Да, это прикольно. Так. Я хотела... Всё. Ой, щит, он стоит 2. А. Потому что это, как так сказать, сильная штука, которая тебе поможет в многих ситуациях. Да, в общем, я обожаю вот такую вот штуку. Смотри. Так. На ней можно летать и кататься. Так. Мародер, поборник, пещерный паук. Максим, нужно убить 3 чешуйницы ради одной... Во, очка. Окей. Очко? О, у нас тут 4. Эй, 7, 8 чешуйниц. 9. Ты как-то не попасть. Лёха, бессмертная бывает. Лёха, знаешь, кто это? Это крыша. Теперь у нас 3 балла. Нет, не надо чешуйниц. Лёха, давай скелетов засушим. Ого, что так начал, пипец. Не знаю. Все. Давай. Ну давай паука. Нет. И это сейчас да. Каждому по одному очку силы, да? Вот сейчас да, будет. Все. Ну всего мы можем 2 очка силы теперь улучшить. А, 2 раза, да? Угу. Сначала я улучшусь вот этим, а потом я улучшусь этим. Ну, я жесткий, а ты? Нифига себе! Как у тебя защита, интересно? У тебя вот такая, а у меня меньше на 1 единицу. На половину единицы. Ну, блин, я еще алмазы просто не брал. У меня еще лук есть. Давай разрушителя. Давай. А чё двоих? Они реально слабаки. Да. После двух них после вот так бежать и всё. И они тебя не смогут даже ударить. Убили первого. Убили второго почти. Ага, убил я.
Значит, плюс 2 очка силы каждому или как? Да? Да. Жесть. 2 очка силы каждому. Все потратил. Я фулл сет железный. А я думаю. Что ты выбираешь? Ой, эй! Эй! У меня было железное, алло. А. Ты чё? Ну и вот так всё. Алёха. Интересно, какая у тебя сильная защита? У тебя на полторы единицы, на половину единицы больше. Давай еще одного такого. И второе. Значит, ты на ушки дается, понял? Я одному уже убил. Я еще древнего стража прибавил. Это значит 4 на ушки. 4, да. Ну да, ну ад. Нам я убил древнего стража. Все, я всех поубил. Убили всех. Все, давай. Творчески. Все, убираем. Удаляешь. Все эти вещи. 4. Мы можем улучшить. 4. Фул маска. Фул ау маска. И Стивен Маск. А кто ты? Тоже фул ау масник? Нет. Или назовите? Только так. Убей меня. У меня немного хп. Ага, конечно, немного. У тебя просто слабость. О, давай я тебя убью, а то у тебя слабость. Ты как это сложно убить? У меня полное хп. Все, давай. Угу. Что дальше будем делать? Так, рычаг обратно. Я смотрю. Уже кого-то сейчас вызову. Досаждать мелкое говно. Где? Вот оно. Я его призвал. Просто он дает плюс одну очко. О, кстати, мы еще не тестировали двух отбросов. Да. Хотя нет, нужно 3 отбросов убить для 1 очка. Ой. Так. У нас зомби. Мистер. А ну, если я соседу и в тебя луком. А что он тут? Убили, капец, как легко. Реально. Нет, один каждому. А, нет. Нет, уже по 2 каждому. Каждому по 2, окей. По 3 каждому. Нифига себе. Все, давай. А нифига ты сожжатель спавнил? Это не я. Давай его не будем засчитывать. У него алмазы, кстати, был меч. Ой. Так, значит, 4 кому-то, а просто 3. Тогда давай еще кого-то добьем, типа поборника. Ой, меня убили. Меня добили. Че ты так быстро бьешь? Я могу так же тебя отдать. Нельзя так. Чего нельзя? Да хватит. Все, хватит, у меня пол хп. Гаки. Максим любит гаки, прикиньте. Ладно, все, давай улучшаться, у нас уже 4. Разрушитель. Это значит, мы 5 улучшений еще сможем. Ой. Легко, просто 5. Все, 5. Моя любимая 5. Пятерочка. Все, готов. Ты что, не зиитка? Я еще у меня 2 улучшения, алло. Еще 2 улучшения. Вот думаю, на что их потратить. У тебя фул, я так понимаю, да? Нет. Какашка ты. Че?
Значит, да. Ой-ой-ой-ой-ой. Что? Ребята, я просто не могу зайти, я буду без дома. Извини, тобой, блин, чел. Но я тебе все равно в пол повыгла. Да. Погоди, убей меня, потому что у меня не полный хп. У меня... С радостью. Как слабо. Да блин, я попадаю по раздатчикам просто. Ага, конечно, слабо. У меня не доставало больше половины хп. А давай нормально по ПВП шанса. Нет, я не готов, чё, я слабак. Ты слишком силён. Погнали. Я тебе рукой сейчас сдив, я такой дурак. Я не умею ПВП-шаться. Я думала, отвлекающий момент. Выйди из мира. Паук, погоди, паук. Паук! Да мне пофиг на этого паука. Блин! Я сейчас реально выйду из мира, потому что ты меня сейчас взбесишь. Как у меня стрелы летят? Знаешь, как они летят? Все убил. Они крылья. Я победил. Как они стрелы летят? Но все равно я победил. Ну, потому что я не хочу тебя убить. Так бы я тебя заезжу в самом начале. Так давай я тебя добью, чтоб... У тебя хп было полное, окей? Только попробуй. Газ. Ну, у тебя хп типа полное. А что ты думал? Ты меня взбесил. Макс, поиграй. Ну ладно. Всем удачи и пока.